Под лозунгом «Сибирь не помойка» активисты Гринписа пытаются остановить отправку французских ядерных отходов в Россию. По их словам, с начала года уже вывезены 400 тонн, и еще десятки контейнеров сейчас находятся в пути. Контракт заключен с французской компанией «Орано». Формально ввоз в Россию ядерных отходов запрещен. В «Росатоме» утверждают, что полученные из Франции материалы будут использованы как сырье для переработки, обогащения и превращения в новые топливные элементы. По данным той же «Орано», такое топливо может использовать почти каждый пятый реактор мира. В «Гринписе» заявляют, что даже если это так, то от этого процесса все равно останутся отходы – около половины первоначального объема. Экоактивисты воспользовались случаями для критики французского руководства. Ранее президент республики Эммануэль Макрон заявлял, что страна возобновит строительство АЭС, чтобы достичь цели углеродной нейтральности к середине века. В «Гринписе» уверены, что замена парниковых газов на радиоактивные отходы не поможет экологии.